С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. У 14 детей, попавших в Ненецкую окружную больницу из Каратайки с остро-кишечной инфекцией, подтвержден сальмонеллез. Данные приводит Роспотребнадзор по Ненецкому округу. Анализы остальных госпитализированных еще проходят лабораторную проверку и будут известны в ближайшее время. По словам главврача окружной больницы Андрея Дедова, состояние 21 пациента из Каратайки удовлетворительное. Теперь департамент образования и правоохранительные ведомства выясняют, что стало причиной массового отравления. Школа в поселке Каратайка на сегодня единственная из сельских образовательных учреждений, где питание организовано на условиях аутсорсинга. Завтраки, обеды и ужины детям готовит Каратайское потребительское общество. Повара организации работают на базе школьной столовой. Готовят из продуктов, которые поставляют в поселок, тоже потреб общества. За 4 месяца работы к качеству питания и продуктов претензий не было. Инцидент с массовым отравлением произошел во время школьных каникул. Время на место питания детей было изменено со школьной столовой на кафе. Все праздничные дни, потому что все сотрудники находятся на выходных, а нужно обслуживать и систему водоснабжения, и канализации. Стояли сильные очень морозы за 40 градусов. И в плане того, чтобы сберечь, так скажем, системы теплоснабжения и водоснабжения в школе, вот было принято такое решение. Никто же не думал, что кафе у нас что-то там такое. Кафе тем более функционирует, в нем проводятся праздники, дни рождения, мы проводим там выпускные вечера, то есть оно функционирует. 6 января в Каратайку срочно был направлен спецрейс. На нем увезли 12 детей, проживающих в интернате. Причина срочной госпитализации – острое пищевое отравление. Через день в Ненецкую окружную больницу было доставлено еще 7 воспитанников интерната и повар кафе. Кроме того, 2 сотрудника кафе и воспитатель интерната проходят лечение на дому в поселке. На сегодняшний день в инфекционном отделении находится 20 детей, один взрослый. И на лечении в самом поселке Каратайка находится 4 взрослых и 1 ребенок. Состояние детей и взрослых на сегодняшний момент удовлетворительное. Намечена тенденция на выздоровление. У всех пациентов взяли пробу биоматериала. 14 детей уже получили диагноз – сальмонеллез. Как правило, бактерии попадают в организм при употреблении пищевых продуктов, но чаще всего – мясо животных и птиц, а также яиц. Что стало причиной массового отравления, выясняет Роспотребнадзор по Ненецкому округу. На вертолете санзадания в поселок вылетали сотрудники ведомства и взяли пробы продуктов, готовой продукции, смывы с оборудования, инвентаря, посуды, столовых приборов, биоматериалы, контактных людей. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования кафе, в котором проводилось, было организовано питание детей во время новогодних каникул. Это было кафе Каратайского потребительского общества. Были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. По данному факту сотрудниками управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу деятельность кафе временно была приостановлена и документы направлены в Наринмарский городской суд. Эпидемиологическое расследование будет проводиться в течение месяца. Оно позволит выяснить, что стало причиной заражения – продукты, готовая продукция или санитарные условия в кафе. Самое обидное, что вот тот повар, ну, который вот тоже заболел вместе с детьми, просто что она столько лет отработала в нашей школе, с 2003 года она работала поваром, у нас ни одного казуса, ни одного случая никогда не было, связанных вот с отравлениями или с чем-то, ну и вот как-то так произошло. Ну если это продукты питания, ну пока нет результатов, если это связано с продуктами питания, то где гарантия, что мы бы и на базе школы не отравились, потому что мы кормим теми же продуктами, потреб общества. Кроме того, профильный департамент выясняет, почему дети питались в кафе, а не в школьной столовой. В рамках контракта была предусмотрена организация питания на базе школьной столовой. Но мы проводим сейчас служебную проверку, почему именно в период этих каникул именно дети питались на базе столовой потребительского общества. Потому что контрактом предусмотрены именно эти процедуры. То есть полностью столовая школьная, она соответствовала всем требованиям Санпина, и нареканий со стороны Роспотребнадзора к ней не было. На месте будет работать и прокуратура. По словам представителя ведомства, за последние годы это первый случай массового отравления детей в Ненецком округе. Наша основная задача для того, чтобы в дальнейшем у нас не было подобных ситуаций. То есть мы будем выяснять основное, в чем все-таки...
кто виноват, да? То есть виноват это ненадлежащее качество продуктов, или это все-таки уже организация питания ненадлежащим образом, либо это ненадлежащее хранение. До начала учебы инфекционисты проведут противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить вспышки эпидемии. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, телеканал «Север».